2020 году в КГУ открылась Академия Samsung. Это новое проектно-технологическое пространство открыло для студентов новые возможности, дало доступ к передовым инновационным технологиям лидеров сферы IT. Преподаватели были подготовлены по самым современным программам исследовательского центра Samsung. Какие возможности дает Академия Samsung для студентов? Просто обожаю путешествовать. Моя идея заключалась в том, чтобы создать систему безопасности для палаточного лагеря. Трек интернет вещей позволил мне собрать устройство и написать программу для такой системы, которая сама с удовольствием пользовалась бы. Сейчас ее использование может помочь любому туристу сохранить жизнь и здоровье от животных. В четвертом курсе бакалавриата, работая над темой компьютерного зрения, я решил попробовать создать систему бесконтактного управления компьютером. Такая система могла бы не только помочь занятым людям проще управлять компьютером, но и помогла бы людям с ограниченными возможностями здоровья управлять техникой. Такую систему я создал в Академии Samsung и представил ее на межвузовском конкурсе проектов. Сейчас выступаю экспертом на проектных сессиях нынешних студентов Академии. Мое хобби – музыка. Я играю на разных музыкальных инструментах. Это гитара, фортепиано, барабаны. И в какой-то момент передо мной стал вопрос, а где самосовершенствоваться? Где искать? Как обучаться? Собирая методические данные, находя информацию на просторах интернета, сложно было различать хорошую информацию от плохой. Я связался с Московской консерваторией Чайковского. Один из их аспирантов направил меня в архив, где я взял большое количество методических данных по разным темам. Была собрана методичка, и из нее уже непосредственно мною были созданы уроки. Интерес к программированию появляется еще в школе. Ученики 8 классов и студенты младших курсов СПО могут поступить в IT-школу. В IT-школе лучшие преподаватели их научат основам программирования и программировать под операционную систему Android. Реализуя свои интеллектуальные потребности, студенты IT-академии оттачат свои профессиональные навыки. Проекты принимают участие в межвузовских конкурсах, побеждают в конкурсах Фонда содействия инновации. Проектная команда проходит акселерацию. Региональная IT-компания формирует банк тем для студентов IT-академии. Наши студенты и обучающиеся станут частью сообщества программистов КГУ, сообщества заинтересованных в развитии IT и творчестве специалистов. Время создавать будущее. Ты с нами?